Всем привет, друзья, с вами Призм, продолжаем Samurai Warriors 2. В прошлой серии мы закончили сюжетное прохождение за вот этого парня Мицухидо Акечи. И как обещал, сегодня мы посмотрим другого персонажа, Магаичи Сайка. Кто? Ачмицушиде. Так, неважно, нам нужен вот этот, как его, Катара Фума. У него какие-то способности интересные должны быть. 6000, нифига себе. Так, лошадь у меня, ого. Так, подожди. А, смотри, даже картинки у них помечены. То есть зелененький фон — это средняя, а какой-то желтый — это сила, а синий — это скорость. Блин, а эта лошадь быстрее моей будет, да, наверное? Ну давай ее купим. Деньги-то есть. Так, охрана. Ага, ничего нового. Какой-то монах, кунаичи. Оружие. Чего, блин? Перчатка? А, эта перчатка так выглядит, охренеть. Ладно. Thank you. Давай, все, посмотрим, что там. Сеча при Микотагахаре. Интересно. Сказание Катара. Ну давай, рассказывай. Ты чё, блин? Чё он вообще в горах делает? Зима. Я Катара Фума. Бог зла. Я черная душа хаоса. Охренеть. И тоже штаны дутые. Чё у вас за мода такая? Интересная. А у него выше пояса, это что, просто сетка? Ну типа как футболка в дырочку, только сетка. Он не замерзнет? Или кольчуга это, непонятно. Клан ниндзя по названию Фума сложил Ходжа из Канта. Ведомые своим лидером Катара Фума, они хранили знания о своем прошлом. Шел год 1572. Союзник клана Хожа, Синген Такеда, отправился завоевывать столицу. На пути к цели он завел войско Иясу Токугавы на открытую местность Микотагахара, чтобы их уничтожить. Люди Иясу сражались храбро, так как пытались спасти свои жизни. Катара Фума, ниндзя, который был на службе Ходжа, подчинялся воле повелителя и помог Такеде отправить войско Микотагахару. Офигеть. Так, я какой-то ниндзя, оказывается. Я защищаю какого-то клоуна. Ну ты видел, он такой здоровый какой-то. Маски непонятный. Ох ты ж, А чего? А кто? А я какой? Желтый? Нет, смотри, тут есть три армии. Синяя, красная, желтая. Я представляю только себя, да, синеньким? А остальные против меня все? Охренеть. Так, снаряжение. Лошадь. Да, нихера себе она. Выносливее, сильнее и быстрее. О. Охрана на месте. Оружие одно. Хорошо. Так, ну поехали туда. Митагахан. Давай, поехали. Думаю, стоит напасть на Токугава. В конце концов, Хожа и правда объединится с Такеда. Так, этот закрыт. Ага, туда едем прямо. Нифига себе, желтых расплодилось. Так я дурак. Лучше иди отсюда. Что? Ты осмелился предать Такеда? Я, а где проход? Я здесь, Иясу. Не поворачивайся. Да стой, что такое? Вы жалкие псы, Такеда. Иясу здесь. Чего? Прыгать надо? Да нельзя. Слезь. Охереть, двойной прыжок у него есть.
Хорош. Земля сложное место, оно не такое, как разум. И реально у него руки удлиняются. А чё за... Охренеть. Ёп, нифига себе, смотри, чё мути. Руки удлиняются. Фига себе. Вот это он мочит. Это будет поприкольнее, чем этот. Как его? О, сразу Токугава вылез. Охренел, что ли? Еман, что он творит? Когда замедляешь, это делаешь замедление? Он просто начинает бегать и руками махать во все стороны. Да отвали ты. О, я сейчас подохну. Блин, что-то я вообще растерялся. Я просто охеревал от его способностей. Так, давай еще раз. Я вообще, последний момент я увидел, что там была лечилка. Потом посмотрел на свои жизни, а у меня они вообще на нуле. Я пытался встать и убежать. Так, лошадь. Лошадь. Ага, лошадь это сразу света, да? Хорошо. Поехали. Я не ожидал, что тот толстяк ко мне сразу придет. Откуда он взялся здесь? Серьезно? Я его не ждал. Охереть. Здесь можно пройти? Нет, нельзя. Вот здесь можно. У него есть двойные прыжки, это прикольно. Так, надо будет следить внимательно за своими жизнями. О, смотри, да? Иеясу имперсонаторы. This man clings ever so desperately to his pathetic life. Прикольно, вертушки крутят. The land is a complex. А что он делает? But not nearly as complex. Просто руками машет, ладно. А ты откуда опять взялся-то? Ты задрали. В смысле, откуда он появляется вечно? Я прикрою Тулей. Нечестно! Встань! Он меня бьет и бьет, встань. С херали меня бьет и бьет. Есть лечилка? Нет. Чё за нафиг? Я что-то не готов с ним сражаться. Сука, и лечилки нет ни одной, а? Ты посмотри. Где кто? Ну я его сейчас не завалю с такими способностями. Ты чё, гонишь? Уходим, уходим. Еще войска эти не кидают аптечек. Эй. О, сейчас понесемся. Убегай быстрей. Убегай. Так, есть ящик какой-то. В ящике, возможно, будет лечилка. Найди настоящего. А, это клоны какие-то. Охереть. Так, лечилок ни у кого нет. Чё за бред? Опыт мне тоже пока не нужен. Нет, так нечестно. Почему не дают лечилок? Я вообще не понимаю вот этого. О, у кого-то упало. Спасибо. А где тут толстый пропал, блядь? О, смотри, сколько сразу лечилок понакидали. Так, где можно было прыгать? Вот здесь? Ага. Так, здесь что, есть ящик? А, он просто сверху ко мне упал. Вот хитрый. Сука, что такое мощный, а? Он мне просто не дает ударить себя вообще ни разу. Это бред, он просто начинает херачить тебе и херачить. Это вообще меня беспокоит очень сильно. Вот как он так встает, такой толстый, еще так быстро прыгает, вообще не понимаю. Ты можешь успокоиться там или нет?
сейчас всех покашу нахер. Девятерых снес. Хорош. Оп, атака. Да харе, бить меня. Враг падет предо мной. Остальные вам мои лорд. Что? Ага, который победил, был двойником. Простых двойников нет. Это искусство ниндзюцу. Как весело. Охота за тем, кого дергает за веревочки. То есть, получается, что получается? Это что-то ж получается. Битва проиграна. Вы можете отступать. А, я нашел настоящего или что? По-моему, да. Войди в восточный гарнизон, найди настоящего. Нет, все тоже. Да отстань, ты бить его. Но это какой-то послабее, хоть у него и ярость вон красная. Но это какой-то послабее будет. Я не убил его. Сука. Ладно. Похоже, я перепутал одного Токугава. Вы чудовище, для меня одной, на одно лицо. Встретить тень за человеком? Мне неприятно. Вот эту вертушку у него вообще, конечно, веселая. Хорош. Кто меня сейчас пнул? Эй, толстый. Где этот толстяк? Живой, нихера себе, он живучий. Ты не нашел настоящего? Что за бред? Хорошо, за Ясу. Не дайте ему уйти. Что-то вообще прям с самой опять миссии начинается, суета какая-то. Ты мешаешь моим интересам, ты будешь наказан. Враг заметил меня? Тьма показывает свое лицо. Ханзо! Вот, я вот с ним, ты вообще не хотел сражаться. Охренеть. И вот с ним я не хотел. Мой клинок жаждет твоей крови. Я, судя по первому видосу, я вообще не хотел с ним сражаться. Потому что он капец какой-то лютый. Во-первых, он, сука, здоровый. Сколько в нем? Больше 2 метров? Не важно, сколько ты кинешь меня. Ты думаешь, мне нравится убивать? Я не хочу убивать тебя. Во-первых, он здоровый. Во-вторых, он, сука, рогатый. У него какое-то копье лютое. Он за мной бежит. Я по карте вижу, что он за мной бежит. А, промахнулся. Ему вообще лучше не давать себя бить. Они вообще какие-то здесь сильно бьют меня. Ай-яй-яй-яй. Нихера себе! Ты видел? Он меня с 3 ударов высек вообще. Ёпта, чё происходит? Это какая-то лютая жесть. Сейчас я вернусь к этому моменту, и мы продолжим. Капец, он сильный, я уже 4 раза не могу эту миссию пройти из-за того, что он такой сильный. Как он так делает, я не знаю. Ой. Поеду от него пока что. Я уже прокачался на 5 уровней. Ну, начиная с первого. Это уже сейчас у меня 5-й уровень начался, по-моему. А я все равно не могу его одолеть. Ну, схера ли он такой сильный на первой-то миссии, а? Я просто этого не понимаю. Я... Вот видишь, он просто меня валит с одной тычки. Ну, может, не с одной, с 3. И как мне предлагаете с ним сражаться? Я просто этого не понимаю. Он реально бьет сильно. Очень сильно.
Где тут еще был ящик? Да нахер мне это ваше золото? Здесь я не сбегу. А больше ящиков нет. Печалька. Вот и что делать? Жесть какая-то. Приходится вот так вот ходить, жизни эти искать. Потому что он сейчас меня один раз ударит, и все. Ай. Еще тут люди ходят. Наш лорд убежал. Все отступаем. Начал отступление. Не, ну это бред. Реально, вот так вот херачить на первой миссии. Полный бред. Я с этим не согласен. Так делать нельзя. Ты посмотри, и он еще сбежал после этого. Ну хорош, конечно. Ай, молодцы, придумали. Нет, все-таки была возможность победить его. Если бы я, наверное, был бы посильнее, то, возможно, бы я смог бы с ним справиться. Потому что я и так почти его... Ого, что-то новенькое выскочило реально. Новая способность какая-то. Время настало, я лучший из лучших, сокрушу тебя. Блин, сколько я вас уже убил? Ханза! Я поражение тьмы. Ханза Хатара. Где? Кто? Быстрей! Надо... Ай! Надо хоть кого-то убить. Я тобой скажу, что хотел бы выразить, я так, как своего. То есть этот Ханза еще мой приспешник? О, в смысле, ученик? Что за бред? Ай-яй! Быстро собираем жизни. Я это сделал только ради того, чтобы сделать жизнь себе. Ага, охерели вы, что ли? Ну это бред, ну что за нахер такое происходит? Почему сразу всей толпой на меня? Еще этот Ханза и толстяк. Я от толстяка-то этих клонов страдал сколько раз. Тут есть два варианта. Или убить их двоих, или убить одного толстяка. Отстань! Быстро хилимся, хилимся, собираем все, что есть. Спасибо. Если сейчас одолею этого толстенького, то, возможно, я выиграю. Я хочу получить побольше опыта, поэтому я завалю вначале ниндзю. Если смогу. Хватит меня бить. Поднимись, забери жизни. Какой-то чар он пускает, что ли? Я его не убил? Блин, вот это вот мой помощник, конечно, да. Спасибо. Слил моего этого фрага. И мне за него опыта не дали. Чё за бред? А ну, стой, смотри, что придумал. Я, короче... Не убивай его! Ой, он способность использовал. Смотри. Не того я схватил, конечно, жаль. Тья. The enemy crumbles before me. Even the land's greatest man. Вопрос? Нет, не убиваются. Значит, что-то я сделал не так. Ты победил меня, злодей. Делай, что должен. Думаешь, я убью тебя? Нет, ты так просто от меня делаешься. Что? А, вот сейчас пятый уровень получил. Змеи проскользнули сквозь мои пальцы. Так, теперь надо что-то сделать с этими. Почему ты не закрыл ворота? Что ты думаешь делать? Я поиграю в одну игру. С Такеда. Блин. Это поле битвы будет великолепной пустошью.
Ворота закрыты? Закрыты. Ворота открыты? Они хотят, чтобы мы протанцевали. Они вряд ли... Давай не думаем хорошо. В атаку за... в замок. И что? А, показали новый проход, да? Ага. Хорош. Вот про этого я тебе говорил, золотого, пестрого. Проверил свое мастерство против твоего опыта. Да хорош, у меня даже лучники уже чмурят, что за бред? С лучниками уже даже справиться не могу. Так, где это? Нихера себе их там. Я туда. Меня уже просто обычные мобы валят. Обычные мобы. Обычные мобы меня унижают. Нихера себе, 20 положил. Хорош. Хорош, слышь, мужик. Что за нафиг? Уже все меня чмырят в этой игре. Что за бред? Это мне очень как не нравится. Так, Саканшима что-то там сказал. Ебать, сколько вас здесь уже? Сука, что вы делаете? Так, идем спасать нашего главного. Че не поворачиваете? Ага. Самый вон внизу. Пошли. Толстенький, за мной иди. Это какая-то жесть. Я, конечно, стал с четвертой попытки, наверное, сильнее. Достиг пятого уровня, но все равно. Вот первые миссии, как по мне, это самые сложные. Потому что тебя все чмурят. А вот если я когда я стану 20 уровня, тогда уже посмотрим, кто кого будет чмурить. Так, надо тут избавиться от этого толстого. Как можно скорее. Вот, сука. Что творите? Вот видишь, просто всем плохо хватает ума объединить со мной, надо предать. Так, сука, мне все уже валят просто, абсолютно все. Что за нахер, я вообще не понимаю. Просто все меня трючат, это ну бред. И как мне с ними качаться? Кого я тут убил? Сука, с него только золото упало. Давай, давай, все толпой сразу на меня наваливайтесь, да? Сразу, чтобы я от всех получал. Буду всех по очереди лупить, а что делать? Сколько их здесь уже? Трое против меня? Сколько этих офицеров пришло сюда? Трое? Четверо? Сколько? Я не знаю. Они просто когда появляются, они говорят свою коронную фразу. Сколько вас здесь? Сука. Сколько вас здесь? Так, давай сразу здесь офицеров. Так, трое сверху. А пятеро все со мной, что ли? Пятеро вокруг меня. Так я что, только что одного еще завалил. Прикинь. А это охренеть. Это просто жопка. Если я сейчас выживу, это будет имба просто. Я охерею, если я еще выживу. Да не, я, конечно, выживу. Саканшима. Сука, Саканшима. Конечно же, Саканшима. Так, раскидать себя как-то быстрого. О, еще и новый уровень. Ой, хорош. Что происходит? Вот это мясорубище. 38 людей повалил. Вот это рекорд. Ага, 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 рекорд, рекорд. Слышал, рекорд. Рекорд. Убегаем. Жизни-то мне никто не восстановил. Оп, спасибо. Фух, чуть сейчас не подох. Так, все за мной бегут. Придурки. Придурки.
Так, где Сакан Шима? Вот он. Ай, больно делаем, дядя. Сакан Шима, успокойся. Так, отстань, Сакан Шима. Вот эти круги с персонажами, вот этими главными сражаться, это вообще просто жопа. Потому что они такие тебе, блин, наваливают. Ух. Это жопа. Жаль. Чтобы сражаться, это хороший совет. А, жить, чтобы сражаться, это хороший совет. Я всех завалил, нет? Раньше я этого делал, я думал сделать мечту реальностью. Так, теперь чекаем. Вот это было сейчас люто. Все, осталось трое. Мне здесь ловить нечего, возьму пока твою лошадь. Потому что моя далеко. Ох, это плохо. Что плохого-то? Можно, конечно, так вот покосить немножко еще по приколу. Фрагов набрать себе. Но это бессмысленно. Вообще, для кого этот счет сделан? Мне с этого счета ничего не дает. Если я даже 1000 наберу, что мне это даст? Бонусов с этого никаких не падает. Ну, давай, давай, иди. Я сейчас тебя за морду схвачу, ты улетишь у меня. Смотри, хватит. Хиракс. Это как этот. Ай, как его звали? Мицухида Акечи. Почему ты ищешь хаос, ниндзя? Почему тебе нравится страдать? Почему ты ищешь войны, завоевать? Почему тебе нравится страдать? Где кто? Тиск-тиск-тиск. Я спросил первым. Чё за петух? Сила Такеды. Приготовься умереть в лапах тигра. Каких тигра лапы? Кто там ко мне идет? Где он? Опять жизни нет. Это надо об этом позаботиться в первую очередь. Потому что это главный босс. И чтобы с ним разобраться, надо хотя бы жизни набраться. А, как ты с коня слезть? Я ж тебя не трогал. Покосил чуть-чуть. Так, где этот командирчик? Или он уже сдох? А нет, не сдох. А я-то рассчитывал, что он уже сдох. Вот про этого я тебе говорил, командирчика. Хорош. Можно защиту взять? Спасибо. Чего у него такой какой-то веер непонятный? Вроде же веера. Он что-то удлиняется каким-то ветром. Что? Так свалит, ты слышишь? Ты будешь меня так пинать, что ли, все время? Я сейчас тебя за морду схвачу твою большую. Волосатую. Это будет великолепной пустошью. Вот сука. Ага, попался? Будешь выпендриваться, я тебя так буду кидать все время. Да ты охренел, солдат обычный меня уже лупит. Нет, этого босса я что-то не очень пострадаю. А вот тот рогатый олень, который Хонда, вот он реально... Что? Это сейчас что было? Придурок. Все, конец игры. Притворись. А, притворись. Я говорю нечто важное. Эти годы ярости даже не мог покрыть Японию. Быстрее возьми опыт! Хорош, хорош. Это все, что потому что способен великолепно. Какая потеря времени. Охренеть, реально потеря времени. Эту миссию час, наверное, играл. Это у вас прошло полчаса. Фух, это была жесть. О, новая перчатка. Элемент какой-то. Ветер, наверное. Ну, наверное, с ветром походим, пока новую перчатку не получим. Сейчас. Ого, новые способности. Атака на пролом.
2-2, это что за 2-2? 2-2. Просто 2-2? А, это крутилка. Да? Или что это? Блин, потом узнаем. Сейчас я перчатки, наверное, прокачаю. А хотя какой смысл сейчас их качать, если я сейчас выйду из игры? Это ж не сохранится. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.